Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! В эфире программа для тех, кто не только хочет, но и может сказать на весь мир. Я самый талантливый, я самый красивый. Я здесь, на Первом канале, в программе «Минуты славы». Первым выходит на эту сцену Александр Манвелян из города Москва. Ему 52 года. Встречайте его. Если нужна реклама вам, я басню в раз для вас создам. Вот образец. Вы посмотрите и сами труд мой оцените. Невероятный поступок, которым гордится наш сегодняшний участник, это пойманный из 5 метров ртом персик. Но не пугайтесь, не в этом заключается номер Александра. Он приготовил уникальный спектакль, который, получив наш главный приз, он будет показывать в настоящем театре. Александр Манвелян, город Москва. Бордюр, оставшийся один, когда закрылся магазин, со стенда ловко на пол спрыгнул, по всему залу громко крикнул. Что вам послушайте, скажу от вас, друзья, я ухожу и с вами больше не дружу, потому что всех вас я дороже. Подумаешь, сказал мне тоже, в ответ ей плитка говорит, не на тебе весь свет стоит, запомни раз и навсегда. Берут тебя из-за меня. Один ты никому не нужен, коль ты, бордюр, со мной не дружен. Хоть я лежу и на полу, меня послушай, что скажу. Красой своей я дорожу и дорого ее ценю. Да кто бы из вас не оказался на моем месте, в раз сломался. Нет проку в том, что ты дороже. Скажи, что я не прав, быть может. Берут меня и без тебя. А я? Вы что, забыли про меня? Краса, выходит, не нужна? Декоративная моя. И скажете, не плитка я. Не надо ссориться, друзья, друг друга обижать зазря. Вы все отдельно хороши, но лишь в коллекции важны. Александр Манвелян, город Москва.